Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым. Речь шла об экономической ситуации в регионе. Михаил Игнатьев отметил, что она стабильна. По прогнозу, рост бюджета к уровню прошлого года должен составить около 10%. Для реализации национальных проектов средства поступают без задержек. Важно, что действительно у нас есть и исполнение консолидированного бюджета, есть рост по доходам, есть рост по затратам по ключевым направлениям, по здравоохранению, образованию. Важно, чтобы те средства, которые выделяются по национальным проектам, и те соглашения, которые подписаны и с министерством, и с правительством Российской Федерации, своевременно выполнялись, и люди видели результаты работы, которую вы ведете уже в этом году. Что касается сферы образования, на строительство 17 детских садов в 2018-2019 годах в Чувашии направят почти 2,5 миллиарда рублей. Продолжается строительство и ремонт школ. Касаясь сельской местности, у нас те школы, которые более чем на 50% изношены, износ составляют, мы в этом году на 18 школ по капитальному ремонту средств выделили. Здесь 1 сентября все с полноценным. Игорь Комаров также отметил, что республика фактически выполнила поручение по созданию в сельских школах условий для занятия спортом. Последние ремонтные работы должны завершиться в 2020 году.